Вітаємо всіх, хто любить бокс. До вашої уваги прес-конференція, присвячена турніру, який відбудеться цієї суботи, яку в прямому ефірі покаже телеканал «Х-Спорт». Головним поєдинком стане бій Григорія Леброна проти Артема Далакяна. Профессионального бокса Украины. Ну а сегодня у нас анонсирующая пресс-конференция и официальная процедура взвешивания. Начнем, собственно, прямо сейчас. И я хочу представить тех людей, которые уже находятся в президиуме. Президент Union Boxing Promotion Юрий Георгиевич Рубан. Супервайзер WBA Марьяна Борисова. Президент Лиги профессионального бокса Украины Михаил Михайлович Завьялов. Представитель генерального спонсора компании Криптаур Елена Рожкова-Буряк. Вице-президент Union Boxing Promotion Дмитрий Елисеев. Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова. Менеджер претендента на титул Белджика Пена. И претендент на титул боксер из Доминиканской Республики Григорио Леброн. Ну и, конечно же, дамы и господа, чемпион мира по боксу Артем Далакян. Юрий Георгиевич, вам слово. Прошу. Дорогие друзья, я хотел бы сказать, в первую очередь, огромное спасибо средствам массовой информации. Вот все, кто нас поддерживает, в первую очередь, студийно. Да? Конечно, приезжает, смотрим, прямая трансляция. Вот, огромное спасибо вам. Огромное спасибо тем, кто пришел поддержать нашего боксера. Вот, что хотелось бы пожелать? Пожелать одного, чтобы завтра были хорошие бои достойные, чтобы никто не пострадал, все были здоровы. И чтобы в конце концов главный олимпийский принцип победил сильнейший. Вот, так что всем удачи. Еще раз всем огромное спасибо за посещение пресс-конференции. С огромным уважением ко всем. Да, спасибо, Юрий Георгиевич. Слово супервайзеру WBA Марьяне Борисовой. Пару слов. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I would like, on behalf of Mr. Gilberto Jesus Mendoza, the WBA president, to thank you, Union Box Promotion, to offer us this great event. And please be assured that for us it's a big honor and pleasure to work on this world title fight between Далакян, the champion, and the challenger LeBron. Ну и как говорится, чтоб сильнейший выиграл, всем удачи. Спасибо. Да, спасибо вам большое. И спасибо господину Мендоса, который выражает признательность нашей компании Union Boxing Promotion и, собственно, завтрашнему событию, этому бою, да, между Григорием Леброном и Артемом Далакяном. Слово Михаилу Михайловичу Завьялову, пожалуйста. Дорогие друзья, и опять Union Box Promotion делает грандиозное, замечательное событие в нашей стране. Завтра вы увидите отличные бои. Вот, и я считаю, что это будет один из лучших турниров у нас на территории нашей страны. Большое спасибо руководству Union Box Promotion за то, что они делают все для того, чтобы бокс у нас в стране развивался, и чтобы росли новые чемпионы. Ну, а завтра всех приглашаю на турнир. Не побоюсь сказать, будет грандиозное боксерское шоу. Так что и повторяю, что действительно, пускай победит сильнейший. Спасибо. Да, спасибо, Михаил Михайлович. Слово генеральному спонсору компании Криптаур. Давайте поаплодируем. Елена Рожкова-Буря, пожалуйста. Дорогие друзья, как и в прошлый раз, на прошлом поединке наша компания будет разыгрывать приз. Это 1 миллион CPT. Что такое 1 миллион от Криптаур? Это в первую очередь инвестиция в будущее. Артем выиграл в прошлом году, да? Еще не потратил, насколько нам известно. Вот. Криптаур сегодня — это экономика будущего, это децентрализованная экономика, которая в первую очередь борется с коррупцией, потому что любая сделка, она заключается на платформе блокчейн, и таким образом мы делаем свой вклад в чистое, спортивное, грандиозное будущее, в том числе наших детей. Успехов всем, пусть завтра победит сильнейший.
Спасибо большое. Секундочку. Да, о том, что Марьяна Борисовна выступала, она говорила слова от президента ДАБУБ, и вы их не перевели. Будьте добры, пусть секундочку. От господина Мендосы благодарность и признательность. Благодарность. Да, пожалуйста. Благодарность и признательность от господина Мендоза. Он сам не смог присутствовать на этой поединке. Но огромная благодарность Union Box Promotion, его президент Юрий Рубан. И для нас честь работать и присутствовать на этот бой. То есть господин Мендоза поздравляет и желает всем удачи. Спасибо. Спасибо большое. Слово Дмитрию Елисееву, пожалуйста. Мы слова супервайзера взяли и забыли. Да? Добрый день, дорогие друзья. Я искренне рад приветствовать всех в этом прекрасном зале, президент отеля. Завтра действительно для нас ответственный и очень серьезный участок нашего жизненного пути. Это соревнование, для нас это всех экзамен, для спортсменов, для тренеров, для компании, для телевидения. Хотелось бы, конечно, пожелать в преддверии новогодних праздников всем здоровья, счастья и благополучия. И, конечно, многое желали, чтобы завтра победил сильнейший. Сильнейший он действительно, он сидит рядом со мной, это Артем Далакян и все остальные ребята, которые здесь будут сражаться завтра. Мне хочется поблагодарить, прежде всего, и Марьяну Борисову, которая супервайзер наших поединков, весь коллектив судейский, которые прибыли из Панамы, из Южной Африки, из Польши, из Франции, наших друзей, которые также участвуют в нашей программе, это команда из Бразилии, наши тяжеловесы, которые также участвуют в нашем шоу, это Владислав Сиренко и Александр Захожий. Ну и, конечно же, всю команду Union Boxing Promotion и их соперников. Я думаю, что все заждались уже хороших боев, и, наверное, все мы видели их только по телевидению, потому что наши чемпионы, их три чемпиона мира до этого проводили бои и защитили и завоевали титулы. Это и Александр Усик, и Василий Ломаченко, и Александр Гвоздик. Ну, теперь очередь за Артемом Далакяном, но он проводит свой бой в Украине. И я думаю, для нас это более почетно, потому что все эти соревнования ставят жирную точку в конце года. Спасибо всем, кто приехал, кто нас поддерживает, спонсорам, организаторам. Огромное спасибо. И давайте дождемся завтрашнего вечера. Будет прекрасное зрелище. Спасибо, Дмитрий. Слово. Может быть, я еще немножко скажу, что трансляция начнется в 18 часов. Будет на канале X-Sport прямая трансляция. Все рейтинговые бои вы сможете посмотреть. В программе 7 поединков, включая титул за звание чемпиона мира. Чемпион, наверное, выйдет с 21 до 22 часов. Трудно прогнозировать. Это будет зависеть от андекартовой программы, как будут ребята себя вести, как будут досрочно или будут все раунды. Очень конкурентные соперники. Я думаю, что в основном во всех поединках будут все раунды. Поэтому 21:30 выход чемпиона мы, наверное, ожидаем. Но это так вкратце. Если потом будут вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Спасибо за внимание. Дмитрий, спасибо большое. Слово Алине Шатерниковой. Добрый день, друзья, добрый день, средства массовой информации, вся наша боксерская семья. Безусловно, для Украины это большая гордость. На сегодня 4 чемпиона мира, и один из них, Артем Далакян, будет проводить свой очередной бой. Это защита титула чемпиона мира, и этот бой проводится в Украине. То, что бой за звание чемпиона мира проводится в Украине, это безусловно говорит о том, что бокс профессиональный развивается, и это подчеркивает, насколько важно для Union Boxing Promotion, чтобы и для вообще для нашего украинского бокса, чтобы такие поединки проходили не за рубежом, а в нашей стране. Значит, страна развивается, и чемпиону, конечно же, с одной стороны, волнительно проводить бой перед своей публикой, потому что это всегда большая ответственность, чем за рубежом. Но, а с другой стороны, это безумно приятно, когда весь зал болеет за тебя, и ты это слышишь, и ты стараешься делать свою работу в ринге наилучшим образом. Поэтому я желаю всем завтра прекрасного вечера бокса, посмотреть конкурентные поединки,
Конечно же, мы будем болеть за наших украинских боксеров. Но а в ринге все-таки пусть победит сильнейший. Спасибо за ваше участие в нашем любимом виде спорта, профессиональном боксе. Да, спасибо большое. Артему Далакяну слово. Пожалуйста, Артем. Здравствуйте всем. Спасибо, что пришли. Я завтра постараюсь показать хороший бокс. Постараюсь, чтобы все 12 раундов были. Но если получится, закончу досрочно. Спасибо большое. До свидания. Ну а теперь ваши вопросы. Дамы и господа, ваши вопросы. Да, пожалуйста. Руслан Свирин, телеканал «Киев», новости спорта. Артем, как прошла последняя неделя подготовки? Мы знаем о том, что, в общем-то, у тебя было достаточно много спаррингов. Доволен ли ты вообще всем процессом и насколько себя сейчас уверенно чувствуешь? Спасибо. Ну, последняя неделя – это уже такое, знаете, уже подход к весу. И как бы придерживали вес, гоняли вес. То есть весь сбор… 5 недель, и до этого мы 2 недели еще в горах были. То есть полностью все хорошо, без травм, без никаких моментов. То есть все хорошо, все по плану. Я думаю, завтра будет это все видно в ринге. Я добавлю еще пару слов. Тут пол Англии приехало уже на сегодняшний день, человек 8 было. И двое из них уже боксировало звание чемпиона мира. Так я не понял, к кому приезжает спарринг-партнер. Они к нам приезжают, чтобы мы чемпиона мира их делали. Вот 2 человека, 2 парня, которые были, они боксировали. Один проиграл, а второй сейчас будет через 2 месяца боксировать. А Марути Матхалан стал чемпионом мира по WBA. Спарринг-партнер. Но с нами не хочет объединять пояса почему-то. Видно, отстаивает. Тогда вопрос Юрию Рубану. Скажите, пожалуйста, вот объединить, вы сказали объединять пояса. То есть насколько сложный этот процесс? То есть нужно договариваться, то есть сложность договоренности какие-то существуют, и когда там об этом можно говорить уже? Спасибо. Мы провели переговоры со всеми версиями. Вот. Дело в том, что одного мы назвали Махалом IBF. ВПЦ сейчас очень хороший перспективный парень с Никарагуа, 1,75 м роста такой серьезный. Во второй версии вы был японец. Японцы говорят, это затратная вещь, мы не можем покинуть на такое. Но дело в том, что любое объединение поясов. Давайте посчитаем, если у человека 4 пояса, он завоевал с наших ребят тут. Через 4 месяца любая из версий позвонит и скажет, пора защищаться. А как можно за время защитить 4 пояса? Переносы. Это и финансово очень сложно. Объединить 2 пояса можно, но защищать это 2 раза проводить больше турнира нужно будет. Тут все вещи, которые взаимосвязаны. Поэтому мы все прекрасно понимаем. И хотелось бы, конечно, чтобы наш товарищ крупный объединил пояса. Будем стараться, стремиться. Абсолютным стал. Стремление есть, самое главное. И, кстати, дай бог, чтобы завтра все прошло хорошо. У нас там мы завтра, может, анонсируем еще одну большую, серьезную новость. Если все получится нормально. Не будем загадывать, дай бог. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Чи готовий Артем їхати за кордон боксувати? Також Юрій Георгійович сказав, що це, якщо об'єднувати, це 2 рази більше турнірів, це розходна частина на Union Boxing Promotion. А якщо домовлятися, наприклад, з іншими компаніями і разом з ними десь там за кордоном, от, Артем, чи ти готовий їхати? І як, потім до Юрія Георгійовича це ж питання, і як, згадай, як в Америці це було, от, наскільки, порівняй, в Україні боксувати і от за кордоном. Дякую. Ні, я готовий їхати куди угодно боксувати. Забирать пояса, как я и говорил тогда, что я поеду в Америку, я заберу пояс, привезу сюда. Я это сделал, и как бы это не проблема мне, где боксировать. Мы планируем следующий бой провести за границей. Однозначно. Thank you very much. I feel very honored to be back here in Ukraine, in this promotion and being involved. Thank you so much. It'll be an exciting fight, and I know that both contestants look in great shape. And I'm very privileged to be part of this experience. Thank you. Да, для нас большая честь. Спасибо большое за приглашение. Для нас большая честь стать частью этого большого праздника бокса, быть частью этого турнира, и мы все в предвкушении завтрашних ярких поединков. Thank you. Words. Ну, зараз на ваших экранах суперник Артема Далакяна. Saludos, bueno. Es para mí un privilegio estar aquí en esta tierra. Venir a competir desde tan lejos. Agradecido de la compañía que nos ofreció, la Unión Promotion.
Es un privilegio para mí, para nosotros, para mi compañía, el estar aquí para dar un buen espectáculo, lo que se dice como pelea. Será un buen combate, ya que el campeón es un gran peleador. Daremos todo por el todo y venimos para acá a darlo todo y a salir victorioso. Es cuanto. Muchas gracias. Значит, он очень рад, что он приехал в Украину, что ему позволена возможность биться за звание чемпиона мира. Для него это большая честь. Он благодарит руководство компании Unitbox Promotion за гостеприимство. И он говорит, что он все отдаст для того, чтобы в этом бою одержать победу. Команда так быстро ехала, что забыли теплые вещи взять. Приехали в куртках, а у нас снег. Вот так вот. Надо еще поаплодировать за это, что они в такое холодное время приехали. Артем, скажи, пожалуйста, как прошел тренировочный лагерь и сколько у тебя было спарринг-партнеров? Ну, к этим боям мы готовились. Было 4 спарринг-партнера, 2 англичанина, 1 испанец и с Одессы наш украинский боксер Хигай. То есть все прошло на высшем уровне, все нормально, то есть без травм, без ничего, как я и говорил до этого. Все супер. Зазначимо, да, що Артем Далакян проводив свою першу частину зборів в Карпатах, а другу спарингову в Конча-Заспі на Олімпійській базі. Ну і суперника Артема Далакяна на вагах ми вже побачимо за кілька хвилин, як і всіх інших учасників боксерського вечора. Дамы и господа, уважаемые телезрители, ну что же, мы переходим к официальной процедуре взвешивания участников завтрашнего вечера бокса Pro Boxing Show КВЦ Парковый, 18.00 на канале Экспорт, также прямая трансляция. И сейчас у нас на весы будут приглашаться участники главного боя вечера, титульного поединка, претендент на пояс WBA в наилегчайшем весе и чемпион мира. И... Дамы и господа, я с удовольствием приглашаю на весы претендента из Доминиканской Республики Григорио Леброн. У Григорія Леброна 21 перемога, 4 поразки, 16 боїв він завершив. Григорио Леброн, дамы и господа, претендент на пояс чемпіона мира Flyweight по версії WBA. Вес 50-800 ровно, вес Григорія Леброна. Рівно Леброн вклався у рамки вагової категорії. На веси приглашається чемпіон мира по версії WBA в найлегчайшому весі, представитель промоутерської компанії Union Boxing Promotion Артем Далакян. Вес Артема Далакяна 50-340. Участники главного поединка вечера приглашаются на дуэль взглядов. Десь 400 грамів зайвої ваги було для цієї вагової категорії Артема Далакяна. Під час зборів він зігнав це дуже швидко і легко. І зараз навіть з запасом увійшов в ліміт. Аплодисменти, дами і господа! И первая пара вечера – это Тимур Брыков, Фернандо Хередия. На весы приглашается представитель Union Boxing Promotion Тимур Брыков. Жодної поразки у Брикова немає, 5 перемог, 5 дострокових, але Хередія міцний такий горішок, хоча у нього 3 перемоги і 5 поразок. Одна з перемог нокаутом. Втім, чекаємо, що бій буде таким захоплюючим, насправді. 71-400.
Вес Тимура Брыкова 71 400. На весы приглашается его соперник из Испании Фернандо Хередия. Вес Фернандо Хередия 71 200. Следующие боксеры. Были взгляды, дамы и господа. Вторая пара вечера. Приглашается на весы Владислав Мельник, Украина. Владислав Мельник з Миргорода. Перспективний дуже боксер. Є в нього одна поразка за бій в поєдинку за титул чемпіона, за звання чемпіона України серед профі від Мічуко Беселі. Але хто пам'ятає той бій, дійсно дуже близький поєдинок був. Його суперник із Грузії Міхаїл Габінашвілі. І суперник Владислава Мельника. 62-150. Вес Міхаїл Габінашвілі 62-150. Аплодисменты, дамы и господа. Боксеры приглашаются на дуэль взглядов. И еще раз зазначу, Влад Мельник успешно выступает и в кикбоксингу, и в тайском боксе. Он чемпион света с кикбоксингу за версию ИСКА в Китае. Спасибо большое. Третья пара вечера в андеркате. Игорь Магурин, Тато Нанава. На весы приглашается представитель компании Union Boxing Promotion Игорь Магурин. Ігор Магурін цього разу не захищає свій титул, завойований влітку, але боксуватиме. 59-300. Вес Ігоря Магуріна 59-300. На веси приглашається його суперник з Грузії Дато Нанава. Друзі, аплодируємо, дамі господа. Учасникам завтрашніх поєдинків. Вес Дато Нанава 59-600. 9 перемог, жодної поразки, до речі, у Дато немає. Такий от опонент у Магуріна. Дякую большое. Четвертая пара вечора. Ігор Кудрицький, Україна, Фарук Таку, Уганда. Первым приглашается на весы Игорь Кудрицкий, Украина, представитель Union Boxing Promotion. Игорь Кудрицкий готовился до этого турнира в Кончазаспі, проводив спаринги, в тому числі з Дмитром Митрофановим, відомим українським боксером, зараз вже профі, а в любителях також, я думаю, що багато хто його пам'ятає, бронзовий призер чемпіонату Європи, вчорашній гість студії на нашому телеканалі. Вес Фарука Таку 76-150. Фарук Таку має 21 перемогу, 15 поразок, одна нічия. Боксер з Уганди. От такий рекорд наразі буде захищати і сподівається, напевно, що на перемогу. Побачимо, як воно буде. Переконаний, що Ігор Кудрицький добре підготувався до цього рейтингового двобою. Следующая пара в андеркате, пятая пара, Владислав Сиренко, Украина, против Марсело Насименту, Бразилия. Приглашается на весы Владислав Сиренко, Украина. В Південно-Африканській Республіці боксував Влад Сиренко. Здебільшого його тренер Алі Башир, добре відомий по роботі з Олександром Усиком і з Володимиром Кличком. Вес Владислава Сиренко 110-950. Суперважка вага. Не важко вкластися в ліміт, бо ліміту такого немає. Головне бути не легшим. 104-300. Ну і суворий суперник. Влада, 18 перемог, у нього 17 поразок, 16 перемог до строкові. Габаритний хлопець. Також чекаємо видовища, чекаємо нокауту. Спасибо большое. Thank you very much.
И, дамы и господа, шестая пара в андеркате. Завтра это также боксеры-тяжеловесы. Александр Захожий против Иринео Бетау Кошта Жуниор. И первым на весы приглашается боксер из Украины Александр Захожий. Олександр Захожий, жодної поразки немає, 7 нокаутів, 9 перемог. 103 кілограма, 650 грам. 103, 650. Влітку він переміг також в рамках вечерю. Вечеру компанії «Мінбокс Промоушн». Ну і Кошта Жуніор, суперник Захожого. 19 перемог, 8 поразок, 17 дострокових. Боксер з Бразилії. 108-750 грамм. 108-750 вес Ренео Бетау Кошта Жуниора. Ну что же, пусть победит сильнейший, дамы и господа. Еще раз аплодисменты всем участникам завтрашних поединков. Вечер бокса 18.00, КВЦ «Парковый» и, конечно же, на телеканале «Икс Спорт». До свидания, всем спасибо.